Каким был 2022 год? Каковы его итоги для Назаровского района? От себя хочу сказать, что, безусловно, не все получилось, не все удалось сделать. Первый год был для нас сложным, но главное это то, что мы сумели сделать несколько важных вещей. Мы стали максимально открытыми для населения района, слышим их проблемы и свои действия направляем на, пусть небольшое, но улучшение условий жизни населения. Наладили взаимодействие с сотрудниками, партнерами, основными товаропроизводителями в районе, общественными организациями, профильными, министерствами. Сохранили команду, в которую я включаю не только работников администрации района, сельсоветов, но и вас, уважаемые депутаты.